Всем здравствуйте! Друзья, привет! Мы в Самаре. Это правда. Это правда, я вам говорю. Да что ж, неправда, это Самара. Видно будет по магазину. Сейчас сделаем обзорную прогулку по самарской Икее. Наверное, параллельно посмотрим новинки, да, Дим? Обязательно. Сравним магазин, что и как. Но сначала нам нужно пройти в отдел сервиса и получить разрешение на то, чтобы могли снять. Оно чисто номинальное, просто если этого не сделать, постоянно будет подходить охрана и спрашивать: «Вы кто? Вы кто?» Вот, поэтому сейчас пойдем звездить, говорить, кто мы, и показывать вам и сравнивать. Так что, ребят, кто самарцы, если мы где-то что-то пропустили, поправляйте комментарии, будем рады. Да, Юрьевич? Обязательно. Все, погнали. Пойдем. Покажи, какое здание огромное у Меги. Я сейчас для влога писала и говорила про это. Кстати, кто знает, какая по размеру самарская Мега вообще по сравнению, допустим, там с другими, у них же есть градация, помнишь, нам говорили? Омская, по-моему, самая маленькая, потом Нижегородская и так далее. Вот самарская на каком счету? Ну, на ростовскую чем-то по размеру смахивает, да? Да, но Нижегородская пока самая маленькая, я думаю. В которой мы были? Да. Мы сейчас посчитали, это 7-я Мега, в которой мы снимаем. Ну, не Мега, это вместе со Стамбулом. Да, ну, в принципе, да, то же да. Самое. Пойдем. Нам дали разрешение. Наконец-то. Мы прорвались в самарскую Икею. А, кстати, самое, наверное, сложное было, да? Во всех остальных магазинах все вот так по щелчку идите, снимайте. Да, начальник через начальника. А какого формата будет обзор? Мы сейчас будем ходить и показывать отличия. Раз. Новые какие-то локации, выставки, необычные применения. Два. Если найдем достаточное количество новинок, снимем еще и новинки. Три. Побежали? Да. Пойдем. Небольшая кухня, ну как, в условиях Икеи небольшая. Непонятно, сколько квадратов. Дим, там нет квадратуры на стенде? 49 тысяч. Кстати, Дим, иди сюда, смотри, давай покажем Кнуксхульт в длину. Издалека вообще как этот, метод смотрелось, да, Будбин? По факту это Кнуксхульт. Это модуль 1,20 м и модуль 1,80 м со встроенным духовым шкафом. Без верха, да, без утяжеления. Очень лаконично смотрится. Я люблю такие кухни, когда вот все в линию и над головой нет никаких шкафов. Кнопат. То есть такой, знаешь, средний ценовой диапазон, но много эко. То есть джут, сосна. И вот за счет этого такие перекликания. Часто спрашивают, как будет смотреться, например, да, вот эта вот столешница светлая Кнуксхульта с ингольфом и иваром. Ребят, классно. Единственное, конечно, я бы покрыла. То есть домашняя эксплуатация, мы уже миллион раз про это говорили, покрытие обязательно. Следы, пальцы, краска и так далее, это все будет оставаться, и потом тяжело ухаживается. Икеевский, что ли? А, без ногтей. Короче. Загляните вовнутрь. Угу. Кто с другой стороны открыл? Иди сюда. Холодильник Нидисад с морозилкой. 108 литров морозилка, 233 холодильное отделение. Все икеевские баночки, скляночки, кастрюлечки. Кстати, неплохой холодильник, да? Пластик плотный. У нас проблемы сейчас у нашего холодильника. Холодильник не икеевский. Полетели все ящики морозильные. Смотри, лоточек. Слушайте, ребят, достойный холодильник. Три полноценных ящика. Кто уже цапнул и пользуется, расскажите, как он. Кстати, за серебро, это не белый холодильник, ценник вполне адекватен. Пойдем покажем, я так такой хочу. Ну, давай, давай. Смотрите, такой, да, полноценный балкончик. Ну, тут темновато, Таня, я не могу тебе тут красоты показать. Да, тут немножко темно. Мопе, два комодика. Кстати, ведь на самом деле удобно. Ну да, давай. Как раз мы все время показывали этот комодик, но не показывали, как он оформляться может. Ящичек. То есть все какие-то мелкие штуки, особенно вот, ну, здесь, прям кстати, реально вот, полк рыбака. Очень тонко подмечено. Леска, крючки, грузило. Поплавки, блесна. Да. Не то, что женская тематика, а уже в мужскую сторону. Да. Полочка льгот, кстати, которых уже нету, но у них, смотрите, числится.
Поэтому, кто льготы не успел купить, ребят, они уже в остатках. Поторопитесь, пожалуйста. Ну а как они целенаправленно со всей России в Самару смогут купить? Нет, то есть в каких-то магазинах есть, я это имею в виду. То есть, например, условно, жители Самары или кто пользуется Самарской Икеей, понимают, что у них еще не что они хотят купить альготы, бегите, думают. Бегите, ребята. То надо бежать сейчас, потому что все-таки альготы удерживают совершенно другие поверхности. Ой, смотри, какая интересная штучка. Я просто лайфхаки ищу, которые дизайнеры делают. Вешалка комплимент для плечиков. Подушечки. Не вижу, Таня, не могу показать. Даже вспышки нет. Блин. Ну что, нам надо срочно покупать этот чувствительный дополнительный еще объектив. Нет, фонарик нам нужен. А может, я фонариком подключу с телефона? Ну давай, попробуем. Вешалка комплимент для плечиков, которая вешается на бок пакса, чтобы, например, рубашку поглаженную вешать. Закреплена боком за стену, и в ней хранятся удочки. Кстати, лыжные палки точно так же можно хранить. Да, да. Дагиток. Ну, вообще, все, что вот такое длинное, требует такого хранения. Ну, надеюсь, ребята, это видно, да? Это да, я стараюсь его максимально обозначить. Да, да. Вот, отлично. Продолжаем дальше смотреть интерьеры. Дим, обзорно так вот сделай, а я моменты отмечу. Смотри. Беста с Экитом, интересное сочетание. Глянцевый Беста и золотисто-коричневые нежные Экиты. При этом диван Ланкруста и стол Статгольм. То есть акценты бежево-коричневых цветов, перекликающиеся с темным и темно-серым. Очень красиво смотрится. Ребята, я не знаю, просто по другим городам, как я еще не смотрела предложение IKEA Family, диван Ланкруста, трехместный кровать в коже по скидке. И, по-моему, все Ланкрусты трехместки со скидкой. Скидка 10 тысяч. Блин, ну это нормальная скидка для очень дорогого дивана. Смотри, какой громадный метод. Очень стильно смотрится все в одном цвете, да? Когда все фасады с ручками, вообще ничего лишнего нет. Это уже стройка. Вот стройка 55. Маленький уютный уголок. Ну, реально офигенное помещение. Но это дом. Квартиры вряд ли такие помещения будут. Кстати, еще хочу штучку показать. Доска для записи новая, Свенс. Смотри, как оформили. От розетки, черный кабель-канал в качестве рамы обрамляющей. Нет, просто ее покрасили водоэмульсионной краской. Да, в качестве как рамки обрамляющей. Да. И сделали меловые металлические панели. Фломастера жалко нет. Кстати, многие жалуются, что икеевский белый фломастер ни шиша не пишет. Как у вас с этим делом обстоят, расскажите. Пойдем в следующий интерьер. Ребят, мы нашли офигенное помещение, самарский дизайнер, реально. Пока респект вам. Пока респект. Дальше мы не видели. Смотрите, очень лаконично сделанная комната в определенной стилистике, в определенной цветовой гамме. Обратили внимание, то есть это, да, заранее закладывается при ремонте? Дима, это гипс, скорее всего? Ну, я потрогал его, больше мне... Ну, да, скорее всего, либо это гипс. Либо гипс, либо деревяшка. То есть вроде бы банальные вещи, вот реально, обычные. При этом очень классно смотрится за счет акцента. Смотри, какие акценты. На стене темно-синяя краска, дальше розовая, и дальше темно-синие часы Slipsten. Всего 700 рублей. Но такой акцент этими часами сделан на стене, прям да. Яркость. Дальше, вот это вообще... Вот, бомба. Бомба, ребят. Это столешница Сильян на офисной основе, на стоячих, на колесиках. Очень удобно для работы, особенно сейчас, когда прогнозируется, что скоро мы все опять... Убежим на удаленку. Ну, ты это до конца откинь и посмотри, что будет. При этом, смотри, это как и офисный стол, да? Кровати ты подогнать можешь и, в принципе, куда угодно. Ну да, да тут вообще супер универсальность. Они взяли 186 сантиметров столешницу. Ну, 2, 3, 4, 5, 6. Да, она так и есть, целиковая. 8. 1,86 м, думаешь, здесь? Да, я поверю. Ну да, близко. А она не резаная, как есть. Еще вот так? А, ну да, исходя из кровати-то. Кровать 1,40 м. Ой, как раз и расстояние, чтобы да. Он заезжал хорошо. Так, пойдем дальше. Это вообще, ну, в принципе, такая студия может быть. Разделение без каких-либо стен. Получается, это спальня.
а здесь мини-гостиная. И опять же, за счет вот повторения цветового рисунка, объемного рисунка, ну, у меня подозрение, что это все-таки деревянные щиты какие-то. А, могу предположить, также это будет фанера. Да, кстати, шестерочка. Потому что выступ есть определенный. Потому что из гипса ровно так сделать... Сложновато. Ну, да, там еще поклевать надо будет. Новые фасады. Ну, Твики, ну как новые, где-то уже полгода они живут. Фрихтен здесь очень лаконично смотрится. И еще смотри, угловой фрихтен, обычно он лысый за счет того, что вот здесь пусто, да? Добавили просто тупо две подушки по 1400, и фрихтен стал более объемным диваном. Квадратура, жалко, не написано помещение. Но нам понравилось. Интересно, что ждет дальше? Да. Пойдем смотреть? Для нас, кстати, это очень интересно. Хочу сразу сказать, все интерьеры подряд не будем смотреть. То есть есть, ну в каком плане? Есть подобные интерьеры уже в обзорах, по Нижнему Новгороду. Ну, ребят, смысла нет вам показывать то же самое. Смотрите, здесь полочку по-другому поставили. Показываем именно вот такие интересные акценты, которые вы можете использовать в жизни. Потому что вот эта столешница — это реальный лайфхак, который ее по дому можно возить куда угодно. Ребят, еще один интерьер целиком показывать не будем. Подобные есть в Нижнем. На что хочу обратить ваше внимание. Дим, пойдем поближе. Беста комбинация. Хочу найти ручка Бьерет, нержавеющая сталь, кухонная, с кожей. Смотри, как классно смотрится. То есть она подходит, в принципе, куда угодно, но за счет этой ручки пошла именно стыковка, да, то есть всех черных поверхностей, которые есть в комнате, черных рамок, металла, и такое, да, гармоничное окончание получилось. И смотри, как интересно, переход вот этого зеленого фасада, он же визуально кажется как будто тканевый, с серебром, и вот за счет серебряного вот этого перехода акцент появился. Но Беста реально с этими ручками смотрится очень красиво. Еще на что, Дим, хочу обратить внимание. Переверни, пожалуйста, камеру вот туда. Совершенно разные рамки. По формату, по плотности, по серии. Казалось бы, априори несочетаемые. Но за счет того, что основной акцент сделан черными рамками и в качестве пятен коричневые, а коричневые, опять же, перекликаются со столом, перекликаются с определенными элементами, смотрится не так мрачно. Очень многие боятся дома черных рамок для фотографий, что это будет темно, это будет мрачно и так далее. Ребят, смотрите, ну главное, да, если это темные рамки, то все-таки должно быть максимально количество светлых фотографий. Если это все забить темными фотками, будет, да, мрачно. У меня все, доклад окончен, пойдем. Хоть мы обещали новинки в этом обзоре не показывать, но это с нами поедет домой. 24 цвета фломастеров Молот. Кстати, вы знаете, когда они пересыхают, нужно сделать вот так, одеть колпачки, поставить их моськами вниз. Фломастеров, ну, года на 3 точно хватает, по крайней мере, нашим активно рисующим детям. В общем, художники в Икее. 300 рублей. Ну, логично, потому что 12 цветов стоит 150 рублей. Ребят, дизайн-сервис Икея в Самаре. Очень интересное помещение, хотим показать. Нижний возьмите за пример. Во-первых, смотри. Очень многие спрашивают вот про эти облака. Потому что одно, оно смотрится куца. Здесь один, два, здесь три облака. Смотри, какой огромный пучок. Оно настоящее облако. Да, прям такое вот облако классное. И хотим просто показать, да, то есть вот это помещение, которое ожидание. Давай я пройду. Очень отличается от нижегородского, более уютное, классное. Поэтому самарцы, вам повезло в этом плане. Пошли дальше смотреть интерьеры. Ребят, находимся не в большом помещении, опять же, так как сейчас это стало очень актуально. Маленькие комнаты, небольшие студии, кстати, на них, судя по статистикам продаж, выросли очень цены. Ну, больше, да, девичья комната, здесь и спальное место, и зона гостиной одновременно выделена. Понятно, что небольшие проблемы с гардеробом, с верхними вещами, как это решается, не совсем ясно. Что? Нормально все? Вот, мне что понравилось, почему сюда Дима притащила. Смотри, коллакция. Вот, ну, честно, я бы, наверное, все-таки сделала белые. Они будут идеально с мальвом сочетаться. То есть в один уровень поверху их вешаешь. Вот эти места обязательно нужно чем-то закрыть декоративно. Чтобы... Да не, ну, достаточно нормально. Ну, это вот мой затык. Я не люблю такие вещи. Витше в качестве рабочего пространства. Вполне, в принципе, там, ну, если это ноутбук, достаточно. А что хотела показать, это отцентрование комнаты диваном. Очень многие боятся эти вещи делать, говоря, что в маленькой комнате просто нереально, да, то есть ты будешь ходить спотыкаться об диван. Ребят, нет, смотрите, и диван на месте, и отдельно рабочая такая, да, и зона, то есть здесь же можно и зеркало какое-то для мейка сделать. Мне очень понравилось помещение.
Единственное, Дима, не грабь самарскую Икею. Мог бы. Я не чай, я больше так не буду. Пойдем дальше. Ребят, мы в отделе гостиной, где находится все хранение, стеллажи. Каких-то особенностей здесь нет, а просто хотим показать отличие от других магазинов. Мне очень понравилось большие пространства, не накучено, комфортно можно все это дело выбрать. Тех же стеллажей «Калакс» просто немереное количество представлено, и представлены все в разных модификациях. Да, как это может быть? Смотри, маленький стеллаж «Калакс» в рамках какого-то бутика. Тоже красиво смотрится уже с подсветкой. Угу. Хотя обычный примитивный «Калакс» без там чего-то выдающегося, то есть не является какой-то специализированной мебелью. Пока нам в Самаре нравится. Дальше посмотрим. Скажу я так вам, уютненько. Уютненько. Какую-то Икею напоминает, не могу понять, какую пока. Но ассоциативный ряд есть. Бесточки. А, кстати, идем покажем кое-что. Икея же вводит дверцы Вольда, вместо них пришли дверцы Форсан. Разницы нет, ребят, только в толщине. Это мы вам показывали, почему сюда Дима привела. Хочу показать Беста под беленый дуб и двери Форсан. Так как все-таки в России, ну, принято, удобно ли, в отсутствии ли свободных помещений, сочетать в зале и, ну, да, в гостиной, и место под стенку, условно, под ТВ-зону, и шкаф, то вот сочетание Пакса с Беста более-менее выигрышное. Единственное, что мне вот эта часть не нравится. Я бы сделал ее открытой. Да. Легкости не хватает, очень много закрытых полок. Вот сюда бы, например, можно было наоборот сделать стекло, а здесь какие-то легкие полки. Ну, это имхо. Я художник, я так вижу. Как и обещали, находим самое интересное решение в магазине. Большое, громадное просто пространство. Дим, покажи проводкой. Здесь и огромадная кухня. Понятно, что это частный дом, подразумевается в квартирах, я не знаю, говорю, в очередной раз повторяюсь, нереально. Хотя у вас сейчас, наверное, реально все. А что понравилось? Метод. В очень необычном сочетании. То есть это, казалось бы, кухня, это кухонные фасады. Что из них можно сделать? А верхушками уже никого не удивишь, когда делают маленькие такие бюро для посуды. А дальше идет сочетание, эти шкафчики под вино. Забыла название, убейте, не помню. Поправьте. А дальше из метода... Из каркасов метод, из узких. Смотри, что сделано. Здесь стоит выдвижной ящик. Это совсем самый маленький каркас. И дальше шкаф под стеллаж, под книги. Очень лаконично смотрится, согласись? Угу. Вот такого решения мы еще не видели. Так что вот вам лайфхак, как можно оформить стенку, ну такую, да, интересную, в сочетании с кухней. Особенно, я думаю, это актуально, когда объединение идет гостиной и кухни. Сейчас сделаем небольшую проводку по зоне кухонного хранения. Почему остановились? Шкафчики, которые я вам показывала, в Атхольма. Но мне кажется, Дим, нет, там выпил был другой. Да, так что обшиблись мы. Ребят, вот вам квест. Найдите, пожалуйста, на сайте IKEA и напишите в комментах, как называется шкафчик, который именно вот с таким разделением двойным под вино использован был в предыдущем моменте. Что хотим для отметить? Пойдем потихоньку. Ну, пойдем, пойдем. Я давай как голосом за кадром уйду, а ты будешь картинку показывать. Народу очень много, боюсь. Кого-то я смутить. Хорошо. А смотри, что хочу отметить. Я думаю, ты тоже заметил. Икея Самарская. Пойдем потихоньку. Угу. Икея Самарская как бы более узкая, но за счет того, что магазин сам больше, именно большой формат, то есть, ну, фактически средний, поговорили с менеджером по маркетингу, есть форматы сити, это маленькие, как наша Нижегородская, например, Омск, есть форматы большие и есть форматы биг, это теплый стан, белая дача, то есть огромная Икея. Вот это как раз даже что-то среднее. Ну, а в ассортименте представлено очень много товаров, которые, например, у нас, да, говорю, у нас подразумеваю Нижний Новгород, они априори есть, есть в продаже, но их физически нельзя потрогать и пощупать. Поэтому обзор новинок здесь.
И нам пока, повторяюсь уже третий раз, в магазине нравится. Но вот в Ростове, Дим, вот точно так же окончание, поэтому больше все-таки это схоже. Ну да, это Казанская IKEA, это Ростовская IKEA, это Самара, это ЕКАП. И Уфа еще похоже. То есть вот как раз средние города и одинаковые получаются форматности. Отдел «Столы и стулья». Чего-то необычного здесь не будет. Просто хотим показать, как это здесь выглядит в Самаре. Кстати, для воскресенья не очень много народу, да? А мы приехали от открытия уже. А, нет, в 11 мы приехали, через час после открытия. Угу. Ну, я думаю, по форматности вы поняли. Пойдем выискивать интересности. Ребят, нашли еще одно интересное пространство. 11,2 квадратных метра. Это прописано уже. Что необычного? Ковер безворсовый. Угильд. Повешен на стену в качестве защиты стены. И, ну, как, наверное, уютности, что ли. Ну, вообще, такой эко-стиль. Дим, поверни, пожалуйста, камеру. А, там каркас пакса, стеллажи и вар. Такая своеобразная гардеробная, закрыта шторами Ленда. Карниз Хугот. Смотри, сколько всего можно сюда впихнуть. А, это мы показывали уже в новинках. У Скуба же новые цвета вышли, но ткань тоньше стала. Кстати, интересное сочетание. Сейчас задвину шторки. Такое чувство, что там окно должно быть. Ну да. Вот такая интересная комната. Давай сразу, не меняя, поворачиваемся вот сюда. Опять же, хочу ответить за дизайнеров. Вот за счет... Что? Ты снимаешь? Да, да. За счет чего картинка красиво смотрится? Смотри, акценты. Мятные подушки, мятная перегородка и несколько мятных вещей, висящие на вешалке. То есть глаз вот за эти вещи зацепается, и получается картинка уютности. Плюс здесь добавлены розовые акценты. Понятно, в обычной жизни, ну, вряд ли вот так все красиво, ровненько будет стоять. Но вот эта перегородка мне очень понравилась. То есть как такой, да, лайфхак разделения пространства, либо когда нужна какая-то... Ну, не хотите вы кровать с изголовьем? Можно сделать какую-то вот такую легкую конструкцию и акцентирование по цвету. То есть, ребята, вот эти вот маленькие акценты, они как раз создают всю вот эту уютность и красоту. Ну, кстати, гардеробная не шибко понравившегося нам с тобой Бакселя. Баксель, Пакс, Малин. Все в едино, но за счет того, что цветовая гамма похожа, смотрится относительно неплохо. Так, подожди, давай... Ребят, смотрите, нашли очень удачный ракурс. Дим, спасибо, обрати внимание. Баксель и Мальм. Единственное, что у Мальма, вот видишь, видно на камере? Да. У Бакселя более ярко выраженная волокна. Серинка вот эта, да, серая полоса. У Мальма как бы полоса идет, но она в цвет идет. Поэтому вот эти вот моменты, это уже надо быть совсем перфекционистом. При этом Пакс под беленый дуб он еще посветлее. Светлее. Будет, да? Он светлее в оттенке. Получается, Баксель более насыщенный, Мальм средний, а Пакс более такой вот холодный оттенок. Угу. Нашли еще одну интересную локацию. По опыту спрашивают, Дим, часто, ну, по крайней мере, я в комментариях вижу, отвечу, когда ты отвечаешь, сочетание вообще, да, вот опыту в качестве какой-то большой пространства, ну, большой поверхности, большой стенки. Смотрите, то здесь полностью все опхус, и при этом сюда же еще добавлен линмон. Опхус добавлен в качестве тумбы под ТВ, соответственно, дополнительного хранения по всем фронтам. И здесь же у нас еще идет полноценный шкаф. Ну, судя по задумке дизайнеров, это комната парня. Девочке побольше бы вешалок нужно было. И разверни, пожалуйста, кушетка Бримнес очень лаконично сюда вписалась. Мне понравилось. А еще мне понравилось использование в локации ящиков и вар. Они сейчас по акции, не знаю, посмотрите сами до какого. Ну, возможно, это только самарская акция. Скидка 3000. Это же и балкон, и куда угодно можно поставить. Они выдержат любое помещение. Вот можно, получается, за
8 000, купить 2 вместо 1 за 7. Вот за 4 000 он мне нравится гораздо больше. Ребят, нашли еще одну комнату. Ну, ничего примечательного так-то нет. Опять же, хочу подчеркнуть вот эти цветовые решения, перекликания. Просто идея. Женская ли это спальня, девочки ли это подростка. Очень удобно, компактно сделано и продумано, да? То есть достаточно места для всего. Здесь 11,5 квадратов. В принципе, полноценная комната. Единственное, чего света мало, да, Дим? Тут точно свет. Друзья мои, еще одна комната, квадратуры нет. А почему обратили внимание? Во-первых, вот эти подвесные шнуры. Это для тех, кто не хочет бра на столике, но свет дополнительный нужен. С новыми маленькими абажурчиками, очень удобно. Ну, когда кому-то не надо, лампочку просто выкрутили и все. Так что берите на заметку, смотрится очень интересно. Здесь тоже обхус представлен. И вот про эту штучку хочу отметить. Дим, пойдем. Ее можно использовать не только на обхус. Дим, зайди, я голосом буду. Через металлическую планку она накидывается вот сюда на шкаф. Тихонько, сейчас. Вот. Угу. И проведи дальше. Это когда нет места поставить полноценный каркас. Либо нет необходимости. Вот, да, дополнительно какие-то поглаженные вещи, носибельные в течение недели. Очень удобно, вы экономите место, при этом штанга раздвижная. Я ее только недавно прочухала, и сейчас очень многим клиентам ее рекомендую. И знаю, что спокойно клиенты ее подбирают для себя, когда у них совершенно другие шкафы, не Икеи. То есть главное соблюсти вот эту размерность, чтобы было за что зацепить. Ну, наши мужчины российские умеют делать все. Упилить, допилить, зафиксировать проблемой, в принципе, не является. А дверка? А? Дверка, пожалуйста. А, про стеклянную-то? Да. Про зеркальную? У обхуса, да, есть зеркальная дверь. Ну, что еще сказать-то? Все. Все? Да. Кстати, смотри, что я нашла. Комплимент, раздвижная штанга. Стоит она 500 рублей. Она же вышла из ассортимента, а у Самары, получается, есть запасы. У нас, кстати, тоже в офисе, по-моему, пару штук еще оставалось, или мы уже их продали, надо посмотреть. Это для того, чтобы цеплять в шкаф дополнительную штангу за основную штангу, и в бок вы вводите еще доп. А как лайфхак? Это можно использовать в бримнес трехстворчатый. У нас так, в бримнесе в трехстворчатом у детей. Да. Почему остановились здесь, Дим? Клиентская зона по помощи подбору гардероба в ПАКС. Чем удобно? Люди отделены. У тебя нет ощущения, что ты сидишь вот, да? Зонирование очень интересное. Зонирование. Да. Ну, у нас в 2 раза меньше. Вот опять же, ну, Икея, потому что больше, больше возможностей. Даже элементарно тех же выставочных ПАКСов представлено вариантов больше. Для чего? Что у вас есть визуализация. Визуализация, как это будет выглядеть у вас дома. Не только вот, да, вы посмотрели несколько шкафов, а дальше там придумываете сами. Именно так, как это будет выглядеть у вас. Мы находимся в детской... В детском отделе? Да. Отдел очень большой, очень удобно. Отдельно в уголке игровая часть, то есть не сталкиваются посетители, не нужно смотреть выставочники, проползая через деток, которые играют. Все развешано, расставлено в длину. Очень понравилось, как выглядит стойка с коврами, невысоко задранная. Вон она, Дим. Видишь, то есть да, внизу да, можно да. потрогать, пощупать. Не вот, да, где-то в высоте. Ну, вот они. По предварительным меркам, думаю, в 2 раза больше отдел детский, чем в нижнем. Да. Да, любой отдел в 2 раза больше. Ну, потому что форматы магазинов разные, про это мы сказали в самом начале. Функционирует ресторан. Очень надеюсь, что в нижнем он тоже открылся. Мы сами там не были уже 2 недели, но со слов наших водителей ресторан так и не работает. Ребят приезжают либо утром, либо очень поздно ночью, когда уже все закрыто. А, меню покажем во влоге. Хочу отметить, нет сильного запаха. И как в одной из московских Икеи, мне очень нравится открытый 2-й этаж для приема пищи. Нет, это не московская Икея была. Это как раз было, по-моему, в ростовской Икее или в казанской. Короче, Таня запуталась. Я просто ассоциативно, что мы с детьми кушали с нашими. Вот. Пойдем дальше? Да. Барабанная дробь. Мы в отделе посуды. Ну, мы уже все это сказали, что отделы больше намного. С магазинами другими сравнили.
Будем сейчас еще снимать новинки. Но опять же хочу очень отметить, что народа немного совсем. Очень интересная цена на кружку «Идеалист». Обычно она по акции 119, а это 117 рублей. Сейчас Дима пока покажет такие вот. Уже? Общие. А, уже показал, пока Таня трендела? Ну, давайте в следующий отдел. Отдел текстиля. Я еще обратила внимание по Москве, по теплому стану. Темноватые. Вот в Ростове тоже темновато. Мало света. Мне прям вот хотелось бы его больше. Что понравилось, ребят, что удобно для нас, как для покупателей? Смотри, Дим, шторы раззонированы. То есть в Нижнем Новгороде все шторы вот в такое длинное, да, полотно выставлены по одной стене в одном месте. То есть ты сначала смотришь, потом идешь их ищешь. Здесь получается кучками вот взято так, хоп, по отдельности. Здесь их не так много. И потом то же самое маленькими короткими экземплярами. Потому что у нас в основном вот такие короткие экземпляры. По ним сложно вообще в принципе априори понять, какие это шторы. Очень появилось много новых штор, это все в обзоре новинки будет. Дима обратил внимание, как сложена ткань. Ну, сильно как бы, да, тут, наверное, как сотруднику просто удобно. Видишь, они у них ячейками пронумерованы, чтобы не искать. А так то же самое, опять повторюсь, света мало. В нижнем в отделе текстиля света гораздо больше. То есть шторы не играют, той красоты нет, которая у них есть фактически. Мы в отделе ковры нашли интересную особенность. Когда ковер висит, либо на стене, либо на стойке, непонятно, как, сколько он места занимает на полу. Смотрите, это лайфхак для всех других магазинов, даже если вы не Икея. Все равно есть базовые размеры, и вот так очень удобно, ты уже понимаешь, сколько места ковер будет занимать по поверхности. Мне очень понравилось. Тебе как? Оригинально. И ты сразу понимаешь, да, какой у тебя ковер. Да. А то так вот смотришь, думаешь, блин, да у меня 2 на 3 метра. Не, они когда представлены на стене, не так понятно. Объем их так и есть. Нету, вот. Да? Вот смотри, вот ковер. Да, вот. 170, 135 на 195. Это вот первый, который там в квадратике. И вот так смотришь, блин, да он что-то маленький, да? А вот теперь переверни камеру на пол. Да не маленький. Достаточно. Достаточно. Мы просто так, помнишь, промахнулись, покупали детям ковер. Mm-hmm. Давно еще в детской Наде, Алены еще тогда не было. Также смотрели, Дима говорит, да нет, давай вот этот побольше возьмем. Взяли, он даже не уместился. Ну, это лирика. Пойдем дальше. Света, кстати, в отделе ковров и в постели тоже мало. Я люблю, когда много света, и мне как-то вот не совсем комфортно. Друзья, мы в отделе хранения. Сзади нас еще, нам впереди осталось пройти свет и оформление. К какому выводу мы сейчас с Димой пришли? Подходим к итогу. Подходим, да, к этому выводу. Мало света в некоторых отделах. Ванна вообще, ребят, темнейшая. И невкусно. То есть белая мебель кажется на этом фоне серой, какой-то блеклый. И не хочется домой. То есть ты не смотришь и понимаешь, я не хочу такое дома. Поэтому наша рекомендация самарская Икея. Ребят, все классно. Вы, в принципе, да, в обычном формате, как и все. Но добавьте источников света. У вас серое, очень тускло. Вот мне больше темным показался отдел ковров. Вообще не видно ковров. Хотя они очень яркие, очень сочные, красивые. Вот, ну, это вот наше видение. Соответственно, мнение покупателей, кто самарской Икеей пользуется. Ребят, как вам? Не кажется, что темноватый магазин? Ну, с другой стороны, он больше. Большой, красивый. Ну, казанская тоже большая, но как-то светлая. Я бы не сказал, что он больше, чем казанский. Они одинаковые, они в одном формате. Да? Угу. Но представлено больше самарского. У Казани больше выставочных, еще больше интерьеров. Здесь интерьеров поменьше. Да. Здесь больше маркет-холла. Маркет-холл, да, это да. Вот где мы находимся, где взял, дальше пошел. Да, вот. Ну, опять же, да, менталитет, сам город, прочее, это же все маркетологи учитывают. Пошли. Ребят, мы вам что нашли? Откидной стол и вар. Его, кстати, убирали же с продажи, потому что были проблемы с качеством. Сейчас изменили доводчики. Ну, бесшумно. Мне просто ждать неохота. Все? Вот так он. Обновили вот эту часть, механизм был другой, более шумный, и сам лист изменили. Но единственное, что хочу показать, имейте, пожалуйста, это в виду. Ну и сложи, покажи, если вы не обработаете данный стеллаж ничем. Одной рукой, не тяжело. Вот он так засаливается. Да. А так как это у вас все-таки лицевая часть, и когда в сложном виде это выглядит именно дверкой,
обязательно нужна обработка, ребята, иначе получается, ну, тупо стрёмно. Кстати, отдел «Хочу животных» отметить, разверни сразу камеру. Вот теперь видно, да, подушечки все, просто у нас реально куча навалена. Да. Мы когда снимали, шиш, что найдешь. Друзья, мы в финальной части магазина, это отдел оформления. Я уже говорила про это, когда снимала влог про стол по отпуску. Очень много света вот здесь именно, дневного, большие окна, не закрашены, как и в Нижнем Новгороде. Да, сзади не эстетичный вид, как я говорю, хозблок, но растения, все поверхности смотрятся совершенно по-другому. Их хочется трогать, их хочется домой взять с собой, забрать и увезти. Это к чему? Что световое решение очень сильно влияет на покупательскую способность. Но это уже, да, отмечено маркетологами. Кстати, Дим, магазины Siberian Wellness, почему все светлые, все белые и много света над товаром, да? Это решение именно маркетологов, это продажи. Потому что когда темно, человеку не хочется ничего. Ну что, Самара? Ну, пойдем еще на склад сходим. На склад пойдем? Тоже тестное. Я так хорошо сижу. Помешение. Ну ладно. Друзья, мы в финальной части магазина. За нами касса, впереди оценка, а там склад. Склад точно такой же, как в Нижнем Новгороде. Ничего интересного мы не нашли, чтобы вам показать. Оценку хочу. Почему решили остановиться возле оценки? Отметьте, во-первых, большое пространство. Не друг на друге напиханы вещи, что ты прям вот попа к попе, и их можно посмотреть, покрутить, повертеть. Оценка достойная, ну в каком плане, да, оценка, она и в Африке оценка, в зависимости от магазина, от эксплуатационных качеств и так далее. Именно само помещение. И, Самара, рада, что все-таки вы адекватны. Нам вас рисовали, опять же, да, стереотипы в нашей голове, более таким сумбурным магазином. Охрана к нам не подходила, у нас, конечно, впереди еще один обзор, но на текущий момент охрана не подходила, просто проходили мимо и все. Покупатели адекватные, в камеру никто не лезет, мы отходим в сторону, покупатели отходят в сторону, и все как-то вот так расходятся плавненько. И поэтому все. Нам понравилось. Ну, не, мне еще понравилось, отмечу, не сильно включенная громкая музыка и бешеные объявления о том, что носите людям маски. Легкий-легкий фон, вот вообще не глушит. Да, вообще, вот им не напрягает мозг, ты целенаправлен на покупки, а... В Нижнем тоже это как на дискотеке, честное слово. А здесь фон, он именно как доп такой, да, легкий стоит. Все. Единственное, вот свет мне не понравился во многих отделах. Ребята, если со светом вопрос решите, магазин огонь будет. У вас очень большие зоны, у вас очень классный маркет-холл, много товаров представлено. Мы, допустим, даже не планировали задерживаться сильно надолго, потому что впереди еще дорога далеко, но мы останемся, снимем у вас новинки. Почему? Потому что у нас третьей этой части нет. То есть особенно габаритной мебели, которая у нас есть только на картинках, и мы посмотреть ее не можем. Мы пошли покушать, переобуться. Я без ног на каблуках. Самара, спасибо.